Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам о новых подробностях дополнения Fortuna Island и о прохождении нового зимнего сезона. Ну что, поехали! В первую очередь хочу поделиться с вами комментарием Сергея Морозова. Я, например, не знал об этой фишке. Как я понял, если накопить достаточное количество очков техник на определенном автомобиле, можно получить его копию Forza Edition. Если кто-то знает подробности этой фишки, пожалуйста, расскажите в комментариях, так как я ее еще не тестил. Ну а теперь новости касаемо Fortuna Island. 6 декабря появился официальный трейлер этого дополнения. В нем можно увидеть достаточно интересный и красивый остров, большую часть которого, как я понял, покрывает бездорожье. Здесь вам и лес, и замки, и даже затонувшая деревушка. Ну а покататься нам там дадут совсем скоро, 13 декабря. Что касается Карпака, в игру будет добавлено 10 новых автомобилей. Здесь вы увидите такие автомобили, как Lamborghini Urus, BMW M5 2018 года, внедорожник Ram 1500 TRX Concept, Koenigsegg CC8S, Buggy Exocet Type Exocet Offroad, Lamborghini Aventador J, Sullen S5S Raptor, старичок Morris Minor Series 2 Traveler, еще один Buggy Funko MotorStorm F9 и доступный для всех автомобиль Hoonigan Gymkhana Ford Fiesta ST RX 43. Больше подробностей пока нет, ссылку на трейлер я оставлю в описании, но мы переходим к новому сезону. Как всегда, зимний сезон встречает нас тремя новыми сезонными чемпионатами. Призы уже в который раз повторяются, и для всех чемпионатов они одинаковые. За первое место против драйватаров уровня эксперт вы получаете 100 тысяч кредитов. Надеюсь, разработчики придумают что-то новое к следующей неделе. Ну а мы переходим к прохождению нового сезона Форзафона, который продлится с 6 по 13 декабря. Первое испытание называется «Неумеренность». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Раллийные монстры». Все, что от вас потребуется, это просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Полный газ». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать идеальные техники дрифт и дрифт на ручнике 20 раз. Чтобы продемонстрировать технику дрифт, вам необходимо пустить машину в занос. То же самое касается техники дрифт на ручнике. Необходимо пустить машину в занос, но с помощью ручника. Ну а для выполнения идеальной техники, вам необходимо удержать машину в заносе максимальное время. Следующее испытание называется «Газ больше газа». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. А потребуется от вас заработать суммарно 15 звезд за эти скоростные участки. Следующее испытание называется «Чё ща будет?». Для его выполнения вам понадобятся заезды грунтовой серии, на карте они обозначены оранжевым значком. Но понадобится от вас выиграть целых 3 заезда грунтовой серии. Что ж, с испытаниями мы разобрались, теперь самое время рассказать вам о наградах. В этот раз, как и всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер игру за 150 очков. Из одежды в этот раз обычная футболка «Экстремальные внедорожники», не знаю за сколько очков, и эпический леопардовый бушлат за 95 очков. Из автомобилей в этот раз легендарный Hoonigan Gymkhana Ford Focus RC RX за 200 очков. Ну а главный приз этот Форзафон — это Renault 5 Turbo Forza Edition за 300 очков. А на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые новости о Forza Horizon 4. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!